Камера запарила. Так. Кот, хватит квакать. Нравится мне эта камера. Будет. Кошка. Вот вы. Истощенную и раненую Цири нашли на болотах крестьяне. Они отвели ее к барону, самозванному владыке Вель. Барон позаботился о девушке, и когда та набрала сил, снарядил ее в новика. Блин, с этим котом будет весело, я чувствую. Мух гоняет, блин. Так, на чем я закончила-то, господи, я уже не помню. А, у меня тут задание. Я, короче, только что нашла чертежи школы кота, по-моему, все. Ну-ка. А почему у меня крестик стоит поговорить с вдовой? Ой. А, я нашла обычные, есть еще улучшенные, да? Видимо, да. Ладно. Нужно кузнеца уже, чтобы он мне какие-нибудь доспехи сделал крутые. Ну чего? Ой. Блин. Давай загружайся, запарила. Сразу не загружается задание. Здравствуйте, мастер. Я по поводу белой дамы. Я уж надеяться перестала. Только это мое объявление висит, все выгорело. Похоже, это ваша белая дама полуденница. Значит... О боги. Бедная Люся. Чего? Люся. Замуж собиралась, так? Бедная Люся. Родители повесили ее кузнецу из города. Настоящий он был, это правда. Да только старше, чем эльфские руины. Люся отличное начало стрима. И перерезала себе вены. Серебряным ножичком, который ей подарили. Эрик, привет. Подождите. Я вам покажу. Бедная Люся, говорят. Прикол вообще. Родители Люси не продать его, ни в могилу положить не решились. Попросили, чтобы я у себя сохранила. Мне нужны какие-нибудь личные вещи, Люся, чтобы выбрать ее и изгнать. Так что стилет как раз... Ржать. Возьмите. Квест про меня. Только... Убейте Люсю так, чтобы она уже больше не надо. Не страдала. Не надо меня убивать. Кристиночка, привет. Только убейте Люсю, чтобы она не страдала. Ой, давайте сделаем, чтобы Люся не страдала. Да, отличное начало стрима. Квест про меня.
Дмитрий, привет. Я даже прослушала, что надо. Короче, какая-то девушка с таким же именем, как у меня, жила, и, в общем, кто-то ее, походу, прикончил. И она стала полуденницей. Вот. И мне надо избавить ее от страданий. Адский квест. И она мне дала какой-то предмет, типа ее. Ножик, я так поняла. Бросить серебряный стилет в огонь, чтобы выманить полуденницу. Ну, давайте. Да. Ой, не туда бегу. В этот огонь, что ли? Я уже столько этих полуденец поубивала. Красотка. Я, короче, с ними придумала так, когда она начинает лечиться, я убегаю, и она перестает лечиться. Это срабатывает. Ой! Вот как сейчас. Их там становится три. Если отбежать, то она опять остается одна. Ой, поранила меня чуть-чуть. Супер. Кстати, у меня будет когда-нибудь в этой игре желтый мутаген, интересно. Еще ни разу не встречала. Только красный, синий, зеленый. Что, капусту пособираем? Ой, какая-то новая отметина появилась. Погода... Слушай, солнышко вышло. Наконец-то. Вообще, сегодня испортилось. Все разрешилось. Можете возвращаться на поля. Спасибо. А, спасибо. Вот ваши деньги. И пусть вам жизни посчастливится. Знаешь... Кристиночка, я встречала просто здесь полуденницу один раз очень высокого уровня. И вот таким вот образом, убегая, потом возвращаясь, у меня получилось ее замочить. Немножко хитрить приходится. А, я хотела пару знаков вопроса обследовать. Знаете где? А, это даже уже у меня не знаки вопроса. Я, видимо, мимо пробегала. Так, стоп, могу я сюда перем... А, я могу туда переместиться.
Все, сейчас я тогда телепортируюсь. Короче, там какая-то жопа была. Сейчас попробуем разобраться с этим. А, пещера, да, пещера с каким-то троллем ужасным. Сейчас посмотрим. Есть время попить. И поспать. Блин, тут такие загрузки. А, ну перемещение быстро происходит. Может, какой-то патч это исправит, и все будет загружаться быстрее. Я об этом мечтаю. Вот какая-то наполовину водная пещерка. Вот этот чувак высокого уровня слишком, но я хочу просто попробовать его покарать. Ой. Квен мне в этом поможет. Я рассчитываю на него. Блин, как тут драться? Тут же вода. Упс. Интересно. Я пока не вижу, чтобы хоть что-то у него снималось. Хотя он всего лишь 19 уровня. Ты чё, мне угрожаешь? О, пошло дело, смотрите. Ай! Блин, ты вообще что? Как трактор по мне проехался. О, нет. Блин. Нет! Нет! О, нифига себе. Я сейчас восстанавливала здоровье, у меня две шкалы появилось. Первый раз такое вижу. Фу. Слишком я что-то на него напала, надо было отойти. Отдохнуть, пожрать, потом вернуться. Блин, надо убить его. Гоша Коршун, привет. У меня кот с ума сошел. Давай, Кристина, тебе тоже удачи в Destiny. Что за чудище? Хрен его знает. Какой-то горный голем, тролль. Я не знаю. Короче, какой-то гад. Андрик Мэн, привет. А, какие тут долгие загрузки. За что? За что нам все это, ребят? Так, короче, надо квен почаще использовать. И не тупорылить. Это будет залогом моего успеха. Что, Скотта? Да ничего, я, короче, открыла балкон ненадолго и залетела пару мух, и мой кот сошел с ума. У него включился охотничий инстинкт, и он начал тявкать, как щенок на этих мух. Видели кота когда-нибудь, который тявкает? Вот, возможно, вы сегодня это услышите. Да блин, ты задолбал.